канале «Субъективно о Турции». У меня сегодня небольшие дела на такси, и я решила, почему бы вас не взять с собой. С моего дома до таксима примерно 2 километра. И так как я пропагандирую здоровый образ жизни и всем советую, если есть возможность пройтись пешком, проходиться пешочком, мы, естественно, никакое авто, никакое такси, никаким метро пользоваться не будем. Мы пройдемся пешком. Погода в Стамбуле более-менее налаживается. Сегодня солнышко. Ну что, пошли на таксим? Шли мы с вами на площадь таксим. Хотела вам показать площадь таксим и улицу Истикляр. Нарвались на фестиваль еды. Я немножко вам покажу, что на нем происходит, чтобы вы представление имели, что такое фестиваль еды в Турции. Мороженое. Сыр? Тондур мамбо. Йок шимбит пешекер, да. Это самое известное турецкое. Самое известное турецкое кофе. Ахмед Эфенди. Котлетки из булгура. Правильно, они называются вот так. Видите, для нас он решил показать свое мастерство. Чей, ну встретит? Чекеру. Sanırım Nusret'in bunun hoşuma gitmez ama. Valla şey, bilmiyorum, sosyal medyada falan paylaşırsan, Nusret'e rakipte yazarsan. Ne yapıyorsunuz siz bunu? Bu, şöyle diyelim, kokoreç, balık kokoreçleri, mahsullerinden aynı kokoreç yapma tekniğiyle birlikte. Yalnız ürünler balık. Ve sakatat değil yani, sakatat değil. Süper. Tavsiye ederiz. И как же без турецких сладостей? Ой. Всего хочу попробовать, но не могу, нельзя. Как всегда, много иностранцев. Вообще такси – это одно из самых популярных мест для туристов. Вот, вот, вот как правильно делается турецкий кофе на песочке. Говорят, что оно самое вкусное. Ну, я когда пробовала, особой разницы я не увидела. Ne kadar bir fincan kahve? 5 lira. 5 lira. Ne kahvesi bu? Türk kahvesi. Burada mı yapıyorsunuz şeyde mi? Kumda evet, mı? Evet, kumda yapıyoruz. А это турецкий знаменитый лукум. Эти сладости более-менее они безобидные. Если проголодаешься в городе, можно вот купить вот такой небольшой пакетик. Вот меня любезно угощает. Thank you. Турецкое гостеприимство. Финики тоже очень полезны. Это дело я люблю. Ой, а такого я еще не видела. Да. Прям какой-то холодец из орешков, из фисташков. Прям холодец. Такого я еще не видела и не пробовала. Старинная османская сладость. Видите, с 1539 года эту сладость ели даже султаны Османской империи. Она дошла до нас. Правда, не совсем понятно, как в те времена красили вот такую. Были ли у них такие красители, чтобы добиться вот таких вот ярких цветов. Смотрите, как они их делают. Мы пробовать не будем. Наверное, обычный сахар. Не видим, а не.
турки очень гордятся своей кухней и тщательно оберегают рецепты. У них очень много блюд, которые остались еще с Османской империи. Тоже какое-то интересное новшество. Такого тоже еще не видела. Называется картофель на палочке. Видимо, их обжаривают, видимо, вот этот вот картофель обжаривают в масле. И оно получается как жареная картошка, такая вот нарезанная пластинками, нарезанная оригинальным способом. Никакого желания пробовать у меня нет. Все-таки жареный картофель и в таком количестве масла не сильно меня вдохновляет. Несколько дней начинается пост в Турции. И вот они рекламируют вот такую вот чорбу. Супчик. Супчик быстренького приготовления. Турецкая баклава. Ой, какая же она вкусная и какая же она все-таки вредная. Это суши. Вообще в Турции не очень предпочитают суши есть. Сладость. Я такую сладость не пробовала. Делается она из брынзы или из сыра. Вот за 7 теле $2 можно купить и попробовать вот такую вот сладость. Но мы этого делать не будем, естественно. Можно заказать, и девочка напишет вам на вот таком вот шарике сладком имя Паша или вашего любимого. Шла я вам рассказывать и показывать площадь Таксим и даже улицу Истикляр, но мы попали на фестиваль еды. Немножко я вам показала, что происходит на этом фестивале. Прям рядышком с площадью находится парк Гизия. Несколько лет назад за этот парк разразилась настоящая война. Власти города решили построить на вот этом месте торговый центр. Но жители не только Стамбула, по всей Турции вспыхнули протесты. Граждане отстояли этот небольшой островок зеленью. Борьба шла ожесточенная. В конце концов, власти города решили оставить парк и даже его привели в порядок.